Металлургический комбинат в Темиртау переведут на природный газ. Так удастся добиться значительных сокращений вредных выбросов в атмосферу. Меморандум о сотрудничестве подписали АО «ArcelorMittal Темиртау», Министерство энергетики и АО «Кастрансгаз». Подробности расскажет Антон Александров. Сегодня в столице Казахстана состоялось торжественное подписание меморандума. Достигнутые договоренности закрепляют сотрудничество в течение 15 лет. Так, для ArcelorMittal Темиртау будет поставляться товарный газ от 300 до 600 миллионов кубометров ежегодно. Это важный шаг в нашем стремлении использовать экологически чистые энергетические ресурсы. Это небольшой первый шаг, но очень важный для определения будущего. Природный газ – это самое чистое топливо, доступное нам в настоящее время для использования в отрасли. Его применение положительно скажется на экономике и окружающей среде. Мы будем очень тесно сотрудничать с АО «Кастрансгаз» для того, чтобы обеспечить строительство трубопровода в минимально короткие сроки. Перевод промышленного гиганта на газ позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. Подписанный меморандум будет способствовать укреплению долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон и определяет ключевые аспекты сотрудничества. Газопровод был построен в рекордные сроки, и теперь каждый день мы подключаем новых и новых потребителей. Я очень рад, что такой большой потребитель, как ArcelorMittal Темиртау, это городообразующее предприятие. Оно изъявило желание получать природное топливо. Это, конечно, будет большим вкладом в улучшение экологии нашей страны. Первый этап перехода промышленного гиганта на голубое топливо позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, говорят чиновники. На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 планируется заменить мазут на природный газ. ArcelorMittal Темиртау до текущего момента не использовал природный газ в своей производственной деятельности, хотя природный газ является наиболее чистым экологическим видом топлива. Группа компаний ArcelorMittal по всему миру сейчас стремится улучшить свое влияние на экологию и сокращение выбросов в эмиссии в окружающую среду, поэтому мы тоже со своей стороны хотели поблагодарить правительство Республики Казахстан за их поддержку в реализации наших экологических проектов на глобальном уровне и в Казахстане. Подписание сегодняшнего меморандума будет на самом деле первым шагом для дальнейшей успешной реализации наших проектов по переходу на наиболее экологически дружелюбные способы производства. Перевод на природный газ предприятия ArcelorMittal Темиртау позволит сократить выбросы в атмосферу от 6 до 49 тысяч тонн в год. Так, реализуемые экологические мероприятия будут способствовать улучшению экологии Карагандинского региона. Антон Александров, Рустам Бараев, Данил Заславский, Пятый канал.